Эксклюзив. Консультовское бюро «Линейка» для самых маленьких, ограничение 5 лет, потому что здесь все-таки есть мелкие элементы. Вот, в набор входит крепеж, инструменты, материалы различные, подложка пластиковая, подложка картонная, ножка, ножки пластиковые, всякие колесики и инструкции, что самое главное, самое основное. В инструкции описание и название всех элементов, всех инструментов. Потом идут схемы сборки элементарных всяких моделей, понимание, в принципе, конструирования основ, чтобы была модель жесткая, да, не разваливалась. Всякие вращающиеся модели, стрелочки, игла. А потом идет изучение механизмов. Такие как кривошипный шатунный механизм. Или вот здесь у меня, например, создан механизм стопоходящей машины Чебышева. Был один из первых ходящих роботов, он был именно так построен. Есть порядка 20 моделей можно из такой маленькой коробочки собрать. Кроме инструкции по сборке, еще идет методическая книжка, где, соответственно, идет описание каждой модели. Что это такое и принцип ее действия. То есть собираем, изучаем. Следующая линейка, которая у нас будет, это история. Вот, идет два таких ящичка. Там же в этой истории, первая это история механика называется. Вот, называется неспроста, потому что здесь изобретение человечества. Начиная от Домкрата да Винчи, всякими различными подъемными механизмами появления первых весов. И кроме инструкции по сборке, сюда еще вот идет вот историческая справка. То есть тоже в комплекте идет два пособия. Читаем, изучаем, когда появился, в принципе, механизм, где он применялся, кто действительно не знает, даже взрослым это будет интересно. Набор называется «История». Вот. Тоже пока что в выставочном варианте, на сайте он появится в начале октября. И есть у меня еще два макета, на самом деле, тоже конструкторское бюро 2. Вот. Из него можно будет собрать 10 игр. Сейчас они в черно-белом варианте, в таком игровом. Кегли из наших винтов, гаек. Ребенок сам собирает себе игру, например, с кеглями, да, и может играть. Если есть два набора, два ребенка, они могут соперничать друг с другом. И здесь, например, кегли выставляются на флажки, собираются два механизма, один ведомый и, собственно, волчок, и необходимо с помощью магнита провести таким образом, чтобы не сбить кегли. Вот. И наподобие вот таких вот простых игр, ребенок, мотивируясь тем, что он поиграет, когда соберет, он изучает, конструирует, знакомится с основами, с азами инженерии, так скажем.